Девочки, всем привет, всем добро пожаловать ко мне в гости. Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Давайте вместе с вами сейчас разберем первый шкафчик этого комода. Основном у меня здесь повседневная одежда ребенка, но первый шкафчик это мой. Там всякие украшения, аксессуары разные маленькие. Мне надо его разобрать, давно не разбирала. Почти год, но украшения я очень давно не расхламлялась, лет 4-5 по-любому. Мне сейчас надо расхламить свои бижутерии, украшения и всякие аксессуары. Будем работать над этим шкафчиком. Вот здесь у меня разные украшения. Те, что вот в коробках, вот эти вот часы, вот это все. Я оставлю, будем разбирать, вот здесь у меня обычная бижутерия, будем их разбирать. И этот шкаф полностью мне надо расхламить, вытащить, посмотреть, что здесь. Все, что не нужно, надо убрать, выкинуть. Так, давайте, девочки, приступим. Если вам интересно расхламление, то оставайтесь со мной, будем вместе расхламляться. Девочки, то, что я оставляю, сразу надо протирать коробки и положить на место. Ящики, как вы видите, полностью освободила. А потом на этом комоде будем разбирать нашу бижутерию. Это у меня небольшая коллекция сваровских. Посмотрите, вот этот персик. Очень люблю сваровски. Я хочу для этих украшений, вот для этих моих, купить их нормальную шкатулку красивую и все туда упаковать. Поэтому они у меня пока хранятся. Так, здесь серебро. Это все надо помыть и тоже надо разбирать. С серебром будем разбираться. Такие наклейки нашла я. Зажим для укладки волос. Что он тут делает? Так, нашла вот две такие косметички. Это косметичка от моего дорожного чемодана. Он и шел с ним в комплекте для ручной клади. Это я оставлю, это я выкину. Здесь что? Это мой пенал. Здесь всякие ручки, карандаши, бумажки. Тоже оставлю. Это даже с этикеткой. Пустая. С акционом. Не знаю, если мужу нужна что-то в машине положить, ему отдам, если не нужна, выкину. Так, здесь что? Так, давайте это закроем. Так, здесь, по-моему, у меня вот эти вот всякие travel-версии для путешествия. У меня тут вещи, расческа, таких размерах шампунь, бальзам, тоже гель для душа. У меня здесь, знаете, такие travel-версии вещи, вот умывалка. Когда и едешь куда-то путешествию, они очень-очень хорошо помогают. Так, вот это все я вытащила из шкафа. Так, это маски нам дарили, когда еще корона началась, наша администрация. Вот этот с фильтрами. Так, они не нужны. Это салфетки для очков. Это очень нужная вещь. Я не знаю, от чего этот пульт. Выкинем. Так, тут
Так, тут мои билеты. Еще фильтр выкину. Тут еще косметичка. Выкину. Еще новая черная маска. Оставлю одну на всякий случай. Это что? Я не знаю, от чего-то зарядник. Надо посмотреть. Так, одну маску новенькую, черную, оставлю. У нас отменили масочный режим. Но не знаю, надолго ли. Так, здесь были резинки, шпильки, аксессуары для волос. Так, давайте эти тоже. Очки. Надо сумку их положить. Так, здесь что? Вот это коробка от этого ультразвукового прибора для чистки лица. Так, коробка мне не нужна. Я ее выкину. Кабель оставлю. Тут микро. Так, это что? Тоже тут было? Это какая-то подставка для телефона. Так, она мне не нужна. Тоже выкину. Так, вот сумочка. Привезена из Италии. Ни разу еще не носила. Ручная работа. Натуральная кожа. Такая темно-бордового цвета. Сумка вечерняя. Не знаю, куда с ней сходить, потому что она такая вечерний вариант. Небольшая сумочка. Поэтому лежит пока. Не знаю, может, летом поношу немножко. Так, это надо отнести в шифонер гардеробную. Так, еще здесь новый какой-то кошелек. Я про него вообще забыла. Не знаю, что это даже за кошелек, наверное, когда-то покупала онлайн. Короче, не знаю, может, кому-то подарю. Потом ставлю это тоже. Отнесу в квартиру. Так, вот это все надо выкинуть. Сколько вещей, видите, я хранила ненужных. Будем разбирать украшения. Так, девочки, вот здесь у меня вся бижутерия здесь и вот в этой шкатулке. В этой шкатулке в основном то, что я ношу каждый день. Но надо разобрать все. Все, что не ношу, надо убрать. Давно не делала чистку. Так, это иголки. Я как-то была в магазине, купила их за 1 евро. Так, это мне нужно. Давайте я тихо все буду разбирать. И выкидывать в одну сторону, оставляя в другую сторону. Эти длинные украшения, вот эти ожерелья, надо хранить в висячем положении, чтобы они вот так вот не путались. Но так, хочу вытащить из среди этих вот эти вот висят свои часы. Они мне очень дорогие, памятные. Вот. Вот эти часы хотела вытащить. Они очень старые и памятные мои. Их я, конечно, оставлю. Так. Потом разберусь с ним. Вот с этим что делать, не знаю. Он для меня слишком... Прям слишком массивный и яркий. Я такие вещи не люблю. Но бисер мне тут нравится. Вот эти бусинки мне нравятся. А вот этот кулончик, вот это вот все. Да ладно, все выкину вместе.
Вот этот мешок очень удобен, когда вы путешествие берете с собой украшения, оказывается. Это, конечно же, я оставлю. Вот эти два длинных ожерелья оставлю. Вот эту одну. И вот эту вторую лепесток. Внутри камушки. Он такой черный. Это не цвет ушел, а он такого цвета. Черненький. Так, его тоже оставлю. Вот эти сережки я когда-то делала сама. Плела. Я очень любила... А сережки вот эти вот Оскар де ла Рента когда-нибудь. Наверное, вы помните, как они были в тренде, в моде. Ну, на праздник, на вечер куда-то очень красиво в них выходить. Красиво завязать платок. Так, их я оставлю, конечно. И мои часы. Так, что здесь? Надо разобрать вот эту. Здесь все бижутерии, девочки, которые я ношу почти каждый день. Так, этот браслет. Так, это часы. А, мне свои часы тоже надо разобрать. Так, вы наверняка видели на мне вот эти хрустальные, бисерные вот эти браслетики. Ну, в общем, здесь особо ничего нет выкинуть. Это я то, что ношу каждый день. Так, это... Девочки, мне экстренно нужна ювелирная шкатулка. Смотрите, какие сережки я недавно купила. У вас бывает такое? У вас дома очень много украшений лежат, вы не носите, но вы все равно хотите что-то купить из украшений. Вот у меня всегда так. Я очень люблю разные украшения, бижутерия. Вот. И вот недавно увидела вот такие сережки. Так дома ношу я их. Но наряженная такая. Мне очень нравится. Так. Я как сорока. Так, это повседневные кольца. Пока оставлю. Тут особо ничего. Вот этот набор от Michael Kors. Когда-то мне муж подарил этот набор. Но он массивный. Но когда по отдельности одеваешь, так, нормально. Все вместе бывает too much. Куплю шкатулку, мне надо две или одна большая, или две шкатулки купить и разобрать. Так, принесу я свои часы и буду разбирать их тоже. Так, здесь мне надо, кстати, девочки, мне надо серебро почистить. Все серебряные украшения надо промыть, почистить. Давно не чистила. Займемся этим вместе. Может, в этом видео, может, в следующем. Так. Вот это вот все серебро. Мой самый любимый набор. Вот этот. Зеленый кулончик. Я очень люблю камень изумрудный. Вот этот зеленый изумруд. Конечно же, это не натуральный. Вот. Серьги. Браслет. Кольцо должно было быть где-то. Вот кольцо. Кольцо можно носить как раз весной. Так, девочки. Да, это мы помоем потом. Все серебро. Это я храню здесь.
Короче, вот это серебро будем чистить. Здесь повседневное, а здесь то, что я одеваю редко. Так, ну, хорошо, освободилась шкатулка моя. Импровизация шкатулки. Маленькие контейнеры я сюда наклеила. Так, все. Не так-то много было. Так, вот это все я выкидываю. Вот это все. Вот это колечко. Это все бижутерия, девочки. Тут ничего драгоценного нет. Это все бижутерия. От этого надо от всего избавиться. Спасибо, Кейнштейн. Так, девочки, я принесла воду в двух мисках. Будем чистить серебро. Как я чищу серебро, я вам сейчас покажу. Было бы удобнее это сделать в ванной комнате, но так как я его снимаю для вас видео, хочу здесь. Так, берем обычную зубную пасту, желательно без красителей, чисто белую. Без красителей у меня зубная паста обычная, отбеливающая. Зубную щетку. Можете взять старую, можете взять новую для украшений. Кажется, не все надо чистить. Вот, например, вот этот браслет, он чистый. Вот полный этот комплект. Да, есть немножко помутнение, но я почищу. Так, давайте начнем с самого грязного комплекта. Вот эти вот. Я на них вам покажу результат, а дальше сама буду чистить, потому что это займет очень много времени. Так, давайте покажу самый грязный комплект. Вот, зафиксируйте себе до, какой он черный стал, да? Вроде итальянское такое серебро, все, проба есть, настоящее серебро, но он потемнел. Так, давайте этот набор почистим, я вам покажу. Сейчас посмотрим результат. Видите результат? Так, просто покажу результат до и после. Очень камера, конечно же, не так передает этот блеск, это осветление. Вот видите, какой темненький, прям грязный. А этот очистился. Ставлю в воду пока. Полностью очищу. Девочки так моют серебро. Так, вот. Вот очищенный набор. Вот
Интересно. Видите разницу? Какой он грязный. Так, ну все, буду вот так очищать и складывать вот эту коробочку, пока не купила ювелирную шкатулку. Так, ну все, девочки, я все почистила. Видите, как все заблестело, да? Все очень хорошо очистилось. Мне все понравилось, как паста очищает. Девочки, смотрите, берите только зубную пасту без красителей, белого цвета. Так, все очень хорошо очистилось. Видите, прям блеск появился. Вот, вот этот комплект. Конечно, я очень редко надеваю вот такие вечерние украшения. Раньше я их носила. А в последнее время вообще могу дома одеть, да. А вот на улицу с ним не выхожу часто. Так, вот все. Очистилась. Все, я закончила с украшениями, почистила серебро. Все, что не нужно, выкинула. На этом я завершу это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Надеюсь, вам оно было полезное. Вы пойдете, разберете свои украшения, свои бижутерии. И мы вместе с вами расхламим наш дом. Я почти заканчиваю. Мне надо... Предстоит самое огромное расхламление, это кухня. Вот, и я дохожу до кухни, наверное, следующий я буду разбирать уже кухню. Все, девочки, я с вами завершу, попрощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел это видео, всем, кто покомментировал, всем, кто не пожалел свой щедрый лайк. Делитесь этим видео со своими подружками, сестрами, пусть тоже расхламляются вместе с нами. Желаю вам всем здоровья, мира вам и добра. Всем пока-пока.